В выходные в детской школе искусств состоялся ежегодный, 21-й по счету, городской фестиваль-конкурс эстрадного творчества «Полярная звезда». Наша съемочная группа была в числе зрителей. Репортаж Альмиры Новоселовой. Одно из самых ожидаемых культурных мероприятий года – фестиваль-конкурс «Полярная звезда» – открыли самые маленькие артисты. Несмотря на свой юный возраст, 6-летняя Александра Кузьминчук ничуть не волновалась и уверенно держалась на сцене. Я не боюсь выступать, потому что я уже очень много раз выступала на сценах. Мне не страшно вообще выступать. С тобой звонко пели о планете голубой. А те, кто уже не в первый раз выступает на городском фестивале-конкурсе, знают некоторые секреты – залог успеха для настоящего артиста на любом выступлении. Самое главное – это улыбка. Улыбка, она может заворожить, может привлечь внимание. И самое главное – это как хорошо ты сможешь спеть. В первый день проведения фестиваля-конкурса «Полярная звезда» свой талант представили 65 юных артистов, каждый по 2 номера. Они поборолись за звание лучшего в 2 номинациях – вокал-соло и вокал-ансамбль в 4 возрастных категориях – младшая, средняя, первая и вторая старшие группы. В этом году, в связи с тем, что городской дом культуры находится еще на капитальном ремонте, мы убрали из конкурса пока хореографию. В следующем году, конечно же, все вернется на места и будет, как обычно, более масштабный конкурс. Конкурс проходил в 2 дня. В воскресенье на гала-концерте зрители вновь могли насладиться яркими лучшими номерами. А затем самые талантливые ребята и педагоги услышали много теплых слов в свой адрес и получили достойные награды. Милые наши конкурсанты, наша гордость, мы рукоплещем вам. Мы рукоплещем каждой ноте, каждому движению, каждому посылу вашей души, который позволяет целиком и полностью окунуться в ваш номер, в ваше творчество, пережить те именно эмоции, которые вы вкладываете своим голосом, своим движением, своим нахождением на сцене. По итогам фестиваля-конкурса особенно артистично себя проявили ребята, получившие статус лауреатов. Ими стали в младшей группе Мирослава Попова, в средней Снежана Чулкова, во второй старшей Виктория Григорьева и дуэт Анны Мюлленберг и Дарьи Дадашовой. Альмира Новоселова, Дмитрий Свирит, Григорий Волков, Кирилл Сементеев. Программа «Время местное».